Всем привет! Как дела? К нам во двор белки пришли. Я их, знаете, тоже пугаюсь. Вот в первую секунду мне все кажется вдруг крысы. Это ж вот они обносят мой виноград. Ой, что я сказала? Мой абрикос. Ой, виноград я не успела дождаться, чтоб вызрел. Нужно было в Россию лететь. И вот серенькие птички такие слились. Что они там клюют? Что там можно клевать? Я не могу понять. Ой, а этот заливается прям соловьем. Еще раз спрошу погромче, может быть, не слышно было. Привет, как дела? О-о-о-о-о. Видите, что делают? Испугались. Бензопилу. У меня все нормально. Велосипед так и не собран второй. В моем сиденье не опущено. Джею все некогда. Ну, идти много общего с российскими мужчинами. У американцев тоже. В воскресенье мы идем на ужин праздничный, посвященный дню 8 марта. Хотя в Америке этот праздник никак не отмечается. Никто это, кроме нашей страны, наверное, больше не поддерживает вот этот день, международный день. Мы идем в интересное место, такой, в общем, театр, в котором у нас будет сначала ужин, ну, dinner называется по-английски, а потом представление, шоу какое-то. Мы будем сидеть за столиками, но уже еду уберут, может быть, только дринк оставят. Дринкать только будем. Джей сам не знает, никогда там не был. Позвонил, спросил, сказали, да, снимать можно, но шоу нельзя снимать. Ну, не знаю, может, удастся хоть чуть-чуть, что это за шоу. Мы же русские, нам запреты, не запреты. Вон белочки побегали. На работе я рассказала про вот этого койота. Думаю, сейчас, наверное, глаза будут по полтиннику. Такие там будут охать-ахать. Они так с улыбочкой выслушали меня.
Значит, одна мне говорит, Широн, говорит, типа, зря ты их боишься, они вообще, они сами трусы, они никогда на людей не нападут. А вторая, Сильвия, говорит, ой, я люблю койоти. Я говорю, почему ты их любишь? А вот я живу, значит, у нас рядом озеро, и мы с мужем любим в окошко наблюдать, как они приходят и со своими детками гуляют вокруг озера. И такая прямо вот с таким умилением. Надо им газету нафиг принести, пусть почитают. Как семеро козлят сожрал койот. Белочка, Белочка, а где твои орешки? Абрикос мы ждешь, не дождешься. Зеленым посрываю с пятом. Ой, и Кейла пришла. Ой. Кейлочка, ты пришла мне помогать? Вы представляете, Кейла вчера такая. Мы с Джейм смотрим фильм по телеку. Она ж на диване лежит все время. И она такая подошла ко мне. Сначала так, знаете, вот так близко-близко к моему лицу. Потом один раз лизнула меня и в глаза мне такая смотрит. Второй раз, короче, три раза меня лизнула. Я даже говорю, вот скажи, она тебе за всю жизнь вот раз лизнула? Ни разу. Представляете? Сама с ума сошла совсем собака наша. Она ж вообще собака не целовака. Это Микки вот собака целовака, а она нет. Ну ты, я ж ее подкармливаю вкусняшкой, и ты ж она вот, наверное, думает, поцелую эту дуру, может, даст мне еще раз пожрать. Ну, ошиблась. На ночь ей не дала больше жрать. Тоже о ее боди переживаю. Сейчас я вам покажу. Мой график после молокочая. Все, белочки ушли. Птичка замолчала. Всех я напугала. Так, сейчас покажу, девчонки. Вот, девчонки, вчера взвешивалась 66, видите, за неделю, за последнюю на 100 грамм только похудела. А, так, это раз, два, три, четыре, пять недель назад, если сравнивать, то вот, видите, на кило 300. Мелкими шажочками, но, видите, все равно вес сбрасываю. И сегодня утром 64,1. Но это ничего не значит. Это ж у меня только жидкости столько ушло. Как бы вот эти 64 шопы осталось. Ну, девочки, кто на молокочае со мной сидит, на молокочае, не отчаиваемся. Продолжаем пить, тем более, если он вам подходит как напиток для разгрузочного дня. Вот попробуйте еще, девочки, на шоколаде. Мне кто-то писал о шоколадном разгрузочном дне. Я тоже вспомнила, я сидела, вот плитка, нужно съесть плитку горького шоколада, кажется. Или пол плитки. Нет, плитку горького шоколада в течение дня. И много жидкости, опять там 1,5–2 литра. Тоже эффект есть. Есть еще разгрузочный день на грейпфрутах и белках яиц. Это вот погуглите, посмотрите. Я помню, об этом разогрузочном дне говорила Валерия, певица. Тоже я пробовала, да, тоже уходил вес. Ну, я для себя выбрала вот этот молокочай. Кайла опять здесь. Прямо любовь у нее, лесбиянка старая, блин. Ну, садик-огородик. Девочки, наши калы с вами. Калы. И тюлики. Ой, девочки, Жанночка.
Ты вот в основном спрашиваешь, как там наши тюлики. Жанночка, посмотри. Слушайте, как классно. Ну почему у меня не зеленый палец? Хотя вот у меня уже начинает он зеленеть. Это же я бы могла выбросить вот эти корни тюльпанов, луковицы тюльпанов, после того, как отцвели тюльпанчики, которые Джейм мне подарил. А я же думаю, дай-ка я их суну в земельку. Ой, лапочки такие. Интересно, какого цвета они будут? Девчонки, продолжаю вам показывать. Голубое небо, солнышко, пение птиц. Зеленую травку, не совсем она у нас зеленая, хотя нам садовник ее чем-то там полил, чтобы она позеленела. Пока что не очень. Вот, ну все. Всем хороших выходных, замечательной недели. Жду вас в комментах. И вопрос. Привет! Как дела? Люблю, целую. Пух. С вами была Нинель. Кисую вас всех и хагаю.